Комментарий без лайка попадет в следующее видео. Подпишись на Феры и не будь жопой коня. Это себе сделала? Да. Господи, мама. Эд, согласись, что она на Вику похожа? Да, Вика которая... Картерс. Да, 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 да. Не-не-не. Да, 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 да. Ну, тебе было лучше, честно. Не скажу, что сейчас плохо, но тогда ты была... Тогда у меня, да. Ты была женщиной. Прекрасной женщиной ты была. А сейчас ты... А сейчас что, да, такой же вопрос, интересно, вот ну, прям. Ну, типа, что такое было? Ну, какой-то ассоциация. Кого? Чего? Это первое, что мне в голову пришло. Вообще-то обидно. Не-не-не, это, извини, это не оскорбление. Чё мне говорить-то, я даже не знаю. Да включи камеру. А, ты тут, я думаю, что за маньяк там. Чё мне говорить-то? Да чё ему говорить? Ну, чё ему, чат? Я не планировал ничего говорить. Да и не надо ничего говорить, мы с тобой прощаемся, но не навсегда. Он самый первый НП. Самого не, на... не, не, подожди. А четвертый, кто? Кто первый? Смотри, я все помню. С самого начала все помню. В один день ты взял Мию, Аляшу, Мунстер. Потом, спустя время, взял маленького меня. Ага. Потом, спустя время, присоединился Банан. Банан сначала маленький. Стасик вроде. Слушай, вот ты Стасик. Говоришь, Аляша, Мунстер. Там ребята в чате даже не знают, кто да. это. Не знают, кто это. Не а не но из них остался такой. Только ты. И потом Банан уже. Да. Только олды вспомнят... Константин Гейм Ютеп. Вот с кого он. Это не я! Это мое прошлое! Ой! Это самое. Так команда НП в честь него называется. Он же вначале был Костянчик-наркоманчик. Ну, плюс-минус, как бы. Ну, почти. Ну, почти, да. Я тебе только пожелаю, чтобы ты там все учился, не загнулся, не... Твой уровень учебы — это кошмар. Поэтому не помри там, самое главное. Да. С тебя хачапури, аджика и хинкали в следующий раз, когда мы с Яриком и Витой приедем. Вот и все. Костя, позовешь меня в гости? И Хараида. Вы уже были. И чего? Да, вы уже были, все, хватит. А, вы тоже были. А я не вы, а вы не я. Ладно. Натаху можешь, Хрейда не зови, самое главное. Почему? У меня, знаешь, у меня пес. А мы плюс один, ну типа мы по отдельности не ходим. Мы не в комплекте, понимаешь, мы не вот... Вы как Твикс? Твикс, две палочки. Значит, Натаху тоже не зови. Нет, вещи собираешь? Да. Потом, молодец, может быть, молодец. У меня камера не работает, блин. Костянчик, мы с тобой сделаем хачапури с вишней. У нас тут это, партизан. Так это ж черешня. У нас партизан тут какой-то. Да, если ты... Ты кто? Да. Вкусная Шу точка, что? Кепка. А что? Как вам кепочка? И пачка чипсов, посмотри. И пачка чипсов, сейчас. Это реклама нативная. Это реклама, Таби. Да, рыбу зачем? Там должен был быть мерч. Подожди, кстати, я потерял мерч в шкафу. Я не знаю, где он. В шкафу. В шкафу. Он в шкафу. Я, короче, нашел вот это. Бишкрицо попроще, ты как будто говна поел. Почему как будто? Как будто бы, да. Где, Костя? Че он там выбрасывает? Давай. Я похож на умного человека. Это фраза Кости, если что, да. Это мой препод, который по математике, которого зовут Эдуард, он, кстати, реально захотел себе вроде такую же. Но я точно не уверен. Правильно, правильно. Дальше. Даже преподаватели хотят. Из древних времен, я не знаю, есть... Ну, это с очень древних времен, Костя. Да. Ну, ОМОН у меня есть. ОМОН. У меня есть то, чего нет у вас. Что? Тара-та-та? Чего? Тара-та-та, мамина перловка. У, ну мамина перловка это вообще. Мегуста была, ребята. И мегуста это, да. Мегуста, вот. Боже, мегуста, мечта. Это вообще, это сейчас миллиард на аукционе стоит, Кость. Ну, она... Кость, продай мне мегусту, пожалуйста. Да, блин. Я готова купить мегусту. Она испортилась еще лет 3. Покажи. Ну, храни ее в коллекции, самое главное. Ты ее выбросили, блин. Да, блин. Так значит, у тебя нет этого. Ну, теперь нету. Есть еще такая вот. Это что, я забыл? А, это маньяк. Это маньяк. Да, это маньяк. Ой, маньяк, капец, у нас была такая рубрика. Экзанил, показывай мерч, который у тебя есть. У меня есть мерч, подожди, я в нем сижу. Ашан в мерче, показывай мерч. Вот он, смотри. А где ножки на заднем плане? Они там были сегодня, они там были. Они были? Они были. Хорошо, что тебя не было. Хорошо, папу мы видели, а мама когда будет? Мама поинтереснее будет. Да, я знаю, мама всех очень сильно любит и передает привет, это 100%. Меня особенно, но я тоже передаю. Да, у тебя особенно, там большущий привет. То, что большущий, это да. Но это тара-та-та, это самая первая, да? Это самый первый мерч. Это самый первый, да. Он 4 миллиарда стоит на аукционе. Это кто? Это кто это? Это кто? Где? Это кто? Ты кто?
Вот это я Господи, хаги-маги! Вот это хорош, Костя. Вот это мне надо. Вот это хорош. Костя, я у тебя это одолжу, когда мы встретимся. Вот это мне отдашь, Костя. Не, я в очередь. Откуда у тебя такой... Это мой самый первый фанкопопик. А, фанкопоп, да. А, так у тебя там еще появились, я вижу. Ну да. Все, коллекционировать начал. Поджимэн. Это заразно. Это заразно. Это мне Эдуард подарил. Да, да, было дело. И носки! О, у меня тоже, подожди, у меня тоже. Напролом! Во, на, во, во. И носки. Где? И носки! О, отлично. Опять за кулисы попал. Да почему за кулисы? Нормально же все. Видишь, кого, сколько мерча деда купила, смотрите. Где? Кого? Вот. Покажи, покажи. Где? Видишь, очень много мерча деда купила. Видишь, там подушка. Где дед, я не вижу. А. Гречка, ну ты только это, поаккуратней. Господи, нафиг дед. Что за хоррор? Господи, здесь какая-то ужасная. Моргающая. Она моргает? Кролик класс. Она моргает, да. Да, кролик класс. Я могу вам кое-что еще показать. Это жутко. Он крутой, смотри, какой милый. Ночью так, представь, ночью просыпаешься, она да, сидит перед тобой, моргает. И на лапку. Она еще и ходит. Ужас. Все, ребятки, давайте. Костя, спасибо тебе огромное за все. Подписчики с тобой прощаются, но Костя в любом случае еще останется в наших сердцах. Да. Так же, гостеприимство самое главное. Так же, как Банан, так же, как Софи Грей. Память им небесная. Всего им хорошего. И Армеша пускай покоится. И Клайп. Ну, Клайп там, пока не утонул, и хорошо. Все, Костя, это тебе. Чат, всем сердечки вот это отправляем, кроме Бишки. Он ребенок. Он еще не понимает. Он на почему. Эдик с Данил ничего не делает нафиг. Ты че? Все. Похлопаем Костянчику. Это были его последние слова в команде. Что какашками пахнет? Блин, ты обалдел, запомните это. Да, это надо, ух, знаешь... Ух, дед, какой! Костя, это тебе. А подожди, а у нас же два Костя, один для деда? Да, теперь у нас один Костя остался. Устранил. Устранил конкурента.